Новый проект «Энергия общества» – школа общественного самоуправления. Результат ранее подписанного соглашения о сотрудничестве между фондом «Ассоциация территорий расположения атомных станций» и Общенациональной ассоциацией территориального самоуправления. По инициативе главы города Андрея Шубина, именно Десногорск стал в 2019 году первым из атомных городов участником этого проекта. Эта инициатива поможет повысить уровень образовательной подготовки участников территориальных самоуправлений и стимулировать появление новых самоорганизаций. В настоящий момент в Десногорске проводится работа по актуализации правовой базы в сфере территориальных самоуправлений. На стадии утверждения находятся границы первого городского ТОСа в 5-м микрорайоне. Участникам проекта «Энергия общества» предоставляется пошаговая инструкция по созданию и ведению деятельности территориального самоуправления. До 1 августа от самоорганизации принимаются предложения по благоустройству города. Объем финансирования каждой заявки составляет до 100 тысяч рублей, а срок реализации – до 30 ноября 2019 года. Более подробную информацию можно получить по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.